Всем привет, с вами Алекс и сайт RimPC.by. В этом видео хотелось бы запустить Rust на супер слабом ПК, то есть на всего лишь на двухъядерном процессоре, 4 оперативки, 630 очень слабенькой неигровой видеокарте. Итак, давайте к системкам. Так, Rust вообще требует Windows 7 64 бита и выше, на 2 ГГц проц какой-либо. Ну посмотрим, что у меня выдаст этот двухъядерный, который у меня сейчас. 8 гиг оперативный, да, по судя по предыдущему тесту, оперативная игра жрет просто бомба под 8, даже на самых низких настройках, там и очень много. И видеокарта слабенькая, нужна для игры какая-нибудь хотя бы, чтобы с поддержкой 9x 9, то есть даже 10-летней давности. Итак, на каком ПК я запускаю? Проц AMD FX6 300, 6-ядерный, но 4 ядра отключил, чтобы получить двухъядерный проц. Двухъядерный проц, 4 гигабайта оперативной памяти, файл подкачки на 10 гиг. Ставьте все десятку и не думайте о том, какой же вам поставить. Все ставьте 10 гигабайт, все будет нормально. Так, видеокарта GeForce GT 630, 1 гигабайт DDR3 памяти, слабенькая офисная видеокарта. Запускаю сейчас я вот на такой вот карте, GT 630. На этой тоже уже запускал, ссылка у вас будет в конце на экране. То есть вот все, что лучше, все, что хуже. Там еще есть продолжение, табличка. Аналоги от Radeon, встроенные карты. То есть это, чтобы вы ориентировались. Данная табличка будет по ссылке в описании. Настройка слабого ПК для игр. Ну а я давайте все отрубаю и захожу в Rust. Так, ну что, я в игре. В начале там я поставил разрешение 1280 на 720. И в настройках графики сейчас я все отрубил. То есть все, что можно, отрубил. И здесь тоже все, что можно, отрубил. Там и вода, все совершенно, все отрубил. Ну и давайте посмотрим, все на супер минималках, какой будет вообще FPS. А от того уже буду отталкиваться, можно ли на этой системе поставить графен какой-то, на этой слабенькой видеокарте GT 630. Все, давайте, захожу в игру. О, тут вообще у меня какая-то... Что вы вообще творите? То есть оказался, загрузился на каком-то серваке. Здесь какие-то адские перестрелки. Я причем сразу в воде думаю, чё я тону, что за фигня? И сразу же убивает. Да, тут еще выбери нормальный сервак, чтобы тебя не били. Хотя загружалась игра очень долго, минут, наверное, около 10, что ли. Так, ну что, попал, да, на какой-то зверский сервак, где убивают быстро. Давайте еще где-нибудь загружусь, секунду. Так, ну что, я в игре. 40 FPS, да, десяточку сейчас подожрала немножко запись видео, но 40 FPS очень даже неплохо. Это 2 ядра, 4 оперативки, можно даже и меньше поставить. И 630-я видеокарта, то есть в Rust можно валить без проблем. Да, как вы написали к предыдущему видео по Rust'у, то есть на 30 FPS ни в кого не попадешь, не спорю, но здесь 40 есть. Смотрите, без записи видео, сейчас я вам врублю. Отрубаю запись видео, смотрите на FPS, какой у меня будет. Хотя нет, такой есть 38. Здесь упирается в видеокарту. Прикиньте, игре даже двухъядерного проца хватает. Это там в тени у меня было 40. А так 35. Ну, прикиньте, 35 на такой слабенькой системе в Rust, я думаю, вполне себе огонь. Так, где тут мой факел, в том числе и орудие? Отмечу, что Rust — это супер крутая выживалка, то есть здесь нужно строить свое убежище, дом, такую мини-базу, выживать, потому что опасность представляет как и многочисленные сумасшедшие игроки, так, которые постоянно норовят убить, так и всевозможные дикие животные, радиация. Кстати, радиацию, по словам разработчиков, они вдохновлялись сталкером, когда сюда добавляли радиацию, а вообще изначально DayZ, то есть они ориентировались на ту игру. Так, что тут можно зажечь, в принципе... Ой, стойте-ка секунду. То есть здесь очень крутая выживалка, и да, зачастую без хорошей команды, без людей, с которыми, ну, вы захотите выжить вместе, здесь очень сложно, потому что, зайдя на какой-то сервак сумасшедший, сразу же норовят все убить. Так, давайте по мониторингу. Здесь опять же упирается разрешение 1280 на 720. Так... Все супер низкое. Вроде бы все, что увидел, все поставил на супер низкое. Отмечу, что здесь просто сумасшедший крафт. Что здесь только можно не делать и собирать. И, то есть, все, что только вообще душе угодно. То есть, здесь уже всем любителям крафта, создания чего-то, есть где разгуляться. Так, значит, видеопамяти, кстати. Видеопамять вся сожрана. Гигабайт, как видите, 10002. Так, 0.5 уже даже, 30 FPS примерно в среднем. Я не спорю, где-то может будет чуть пониже проседать, где-то чуть побольше. Так, проц без записи видео. Сейчас давайте я вам скажу, насколько проц загружен в паре с этой видеокартой.
Проц на 70-90%, а видеокарта на сотню. То есть здесь даже двухъядерного проца по горло, но желательно чуть помощнее видеокарту. Но даже такой, как 630-ка, вполне себе достаточно. Так, значит, по оперативке 1930 жрет игра. И с файлом подкачки 6,9. То есть игре нужно даже вот на супер почти... Кстати, еще можно поднять FPS, если его еще слабее видеокарта. Здесь еще ниже разрешение есть. То есть и 800 на 600 может попробовать. Может, у вас ноут, и вполне будет нормально. Так, значит, а вообще игра даже сейчас жрет 7 гигабайт оперативной памяти. Это вообще бомба просто. Поэтому без файла подкачки, если у вас 8 и меньше, ну или меньше 8, то обязательно ставьте файл подкачки. Так, вот чье-то укрепление какое-то. А, это я наткнулся, что ли? Что-то мне тут попало чуть-чуть слегонца. А что у меня то? Камень. Камнями здесь можно забрасывать. Здесь просто бомба. Здесь и смешно бывает. И, ну, очень крутая игра. То есть раз, на самом деле. Я сейчас играю в лицензию. Мне ее дал для тестов очень хороший подписчик. А вообще можно, конечно, и вне лицуху поиграть, но там сложно. То есть пока найдете, к какому серверу подрубиться, но при желании, конечно же, возможно. Смотрите, даже на супер низких, на этой слабенькой системе опять меня задела эта острая фигня. Да что такое? Очень хорошая графика, хотя сейчас она потемнела из-за того, что якобы у меня ХП подупало. Но очень хорошая графика, вообще очень приятная, даже на супер минимальных настройках. Как видите, оперативки уже больше 7 жрет. Такие дела. Так, кстати, хотел сказать, что уже сделал предзагрузку For Honor, крутого сетевого мочилова. Завтра начнется бета-тест с 26 по 29, поэтому завтра сделаю тесты, я думаю. Так, ну что, по расту, как видите, можно играть на суперслабом ПК. И, конечно же, мне бы хотелось бы влиться в игру побольше, то есть с кем-то, возможно. Кстати, вполне можем на стримах, пожалуйста. Если соберем команду, то есть можем потусоваться, сервак какой-нибудь выбрать. Вполне возможно, если хотите, то... Вступайте в группу ВК, и там поговорим, пишите, создавайте на стене тему, и там обсудим. Так, ну что, давайте немножко пробегу. Еще, я же говорю, можно повысить FPS, это снизив еще ниже разрешение. То есть там вплоть до 640 на 480. То есть разработчики сделали требования к игре, ну, очень-очень широченными. Можно поиграть даже на стареньких ПК и ноутах слабеньких. Такие дела. Так, ну что еще? По большому счету, по оптимизону, да, игра очень жрет оперативную память, поэтому если у вас есть возможность, как и в других играх Watch Dogs 2, допустим, вот я тестил, файл подкачки, да, это хорошо, да, замечательно, да, он дополняет систему, но если у вас есть возможность или поднатужьтесь, всегда лучше докупите оперативной памяти. Пускай у вас будет хотя бы, если 2 или 4, четверку еще докупите, 6, 8 у вас пускай будет оперативной, потому что файл подкачки это круто, но он работает с жесткого диска и он медленнее намного. И игра может тормозить иногда даже не потому, что у вас там слабый процессор или видеокарта, а просто потому, что файл подкачки замедляет все это дело. Но он как-никак, конечно же, помогает, когда игры не запускаются, не хватает оперативки, помогает. Но просто все равно, как совет, стремитесь к тому, чтобы оперативки, да, сложно проц дорого поменять, заменить, да, видеокарту, да, блок питания и так далее, все взаимосвязано. Но оперативки всегда старайтесь докупить, она дешевая, тем более БУ, ну, БУ, правда, опасно, это если только знаете или у знакомых, у хороших. А так, в общем-то, все, наверное, буду заканчивать. То есть Rust просто обалденная игра в плане выживалки, в плане крафта. Просто бомба. Все, в общем-то, буду заканчивать. Пока еще, я думаю, раз запущу на среднем. Пока посмотрим максимальный графен. Он здесь и на низких очень приятный. То есть классный движок. Ну, не знаю, очень приятно. Даже на супер низких. Все, не забывайте смотреть на ссылки в описании. В том числе вступайте в группу ВК. Там вы можете предлагать игры на тест, давать аккаунты на тест и так далее и тому подобное. На этом пока все. С вами был Алекс и сайт rmpc.by. Пройду сейчас чуть-чуть к воде. Так, и вода даже на супернизких очень неплохо смотрится. Спасибо за просмотр.